Жить полной жизнью, несмотря на проблемы со здоровьем. Не только встречаться и общаться, творить и дарить яркие краски окружающим. В 25-й раз фестиваль собирает в городском центре культуры «Победа» людей с ограниченными возможностями и безграничным стремлением к самореализации. Наша делегация – это вот все общества, объединяющие людей с ограниченными возможностями по разным направлениям, слуха, зрения и инвалидность, опорники. Они подготовили свои программы для гала-концерта, а перед самим фестивалем у нас организованы локации специально для гостей фестиваля, для зрителей. Мастер-классы, настольные игры, фотозоны, да, и мы сейчас видим, как они пользуются большим вниманием. Поэтому наши участники каждый год отмечают то, что фестиваль становится теплее, и вот мы стараемся это поддерживать и развивать. Марусенька, пшаниченьку жала, Марусенька, пшаниченьку жала, Марусенька, Марусенька, пшаниченьку жала. Марусенька, Марусенька, пшаниченьку жала. Люди с инвалидностью, они же очень разные. Чтобы они могли как-то наладить общение между собой, чтобы обменяться опытом, да, как-то. Ну и для того, чтобы рассказать и показать людям окружающим о том, что, ну, по большому счету, инвалидность – это не приговор, да, то есть жизнь на этом не заканчивается. Мы все очень активны и развиваемся в очень разных направлениях. Вы какой сегодня номер приготовили на фестиваль? Мы «Акулину» приготовили, ансамбль «Ограничение зрения», «Родные напевы». Доставить удовольствие людям и зрителям. Новогодняя открытка своими руками. Скоро Новый год, актуально. Чтобы не покупать, а быть оригинальным. Настроение, конечно, прекрасное. Мы всегда ждем, радуемся. Старые друзья, вот столько лет, и все, мы видимся. Это же так радостно. Инвалидам вообще это нужно. Вообще, вот, ну не только раз в году. Но мы все равно встречаемся. У нас ведь есть клубы. Мы там и встречаемся, и поем, и играем. И, ну вообще, без этого я не знаю, как бы мы жили. Каждый раз особенные люди показывают и доказывают всем. Спорт, культура, искусство для них вовсе не закрыты. Все сферы деятельности все больше покоряются, а силу духа невозможно сломить.